Да, на самом деле, я думаю, в ближайшее время, может быть, даже сразу в понедельник или во вторник, в газете «Тула» появится примерный договор управления, проект примерного договора управления, который мы очень публично и на всех уровнях обсудим с гражданами города Тулы, обсудим в рамках общественных организаций, обсудим в рамках общественного совета при Министерстве ЖКХ и строительства. Все замечания, предложения граждан будут к этому договору, значит, собраны. И далее мы будем говорить о том, что этот договор станет для... Когда его обсудят, он станет основой для заключения договоров по всем многоквартирным домам. Вы знаете, что у нас в жилищном кодексе также предусмотрено, что управляющей компании должны быть стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами. В правительстве Российской Федерации находится проект постановления, связанный с разработкой минимального перечня работ, которые нужно производить на доме в связи с безопасностью проживания. Я думаю, что в рамках договора мы обсудим и проект, связанный со стандартом деятельности, правилами деятельности управляющих компаний. Будем стремиться к тому, чтобы в Тульской области они были едины, да, чтобы мы могли предъявлять вопросы, связанные с качеством предоставления услуг, что очень важно, да, не только ценовые параметры, но и качественные предложения о том, чтобы можно было спрашивать за качество, за графики, за реально оказанные работы. Вот эту работу сейчас активно, вот в течение там, ближайших месяцев полутора будем проводить, а далее городская администрация будет обращаться к собственникам о том, чтобы они инициировали собрание с целью обсуждения этих договоров, привязки этих договоров конкретно к каждому дому. Сразу хочу сказать, что очень активно будем опираться не только в городе, но и в области на такой институт, как Совет многоквартирного дома. Он жилищным кодексом предусмотрен. На самом деле, реально в жизни собрать собственников сразу всех, да, чтобы прям все 100% там присутствовали, очень, так сказать, реальность такая очень невелика. Соответственно, советы домов, которые являются вот такой активной, так сказать, частью управления многоквартирным фондом, я думаю, что станут основой взаимоотношений, основой опираться на них будем, как, в общем-то, собственно говоря, и присуще для законодательства.